Чебоксарах осудили бывшего работника военного комиссариата. 53-летний бывший сотрудник военного комиссариата Чувашии по городу Чебоксары Сергей Шалаев в период с ноября 2015 года по март 2017 вымогал денежные средства в размере от 8 до 20 тысяч рублей с граждан призывного возраста и их родителей за якобы возможность поступить в военное учреждение и откосить от армии. Доказано, что всего Сергей Шалаев получил около 200 тысяч рублей. Он полностью признал свою вину, приговор суда не вступил в законную силу.